приветствую зрителей своего канала. Сегодня я приглашаю вас на выставку работ харьковской художницы Людмилы Чемодановой. Мы будем любоваться ее прекрасными работами, а также переводить их названия с русского языка на английский. Итак, давайте начнем. Tulips in the dust. Citrus. Pomegranate. Still life with decorative pumpkins. Green apple. Lace. Pine grove. Cottage in the forest. Violin and white teapot. Orange tea. Lilies. In my garden. Christmas interior. Is to autumn. Still life with porcelain horse. Надеюсь, что выставка вам понравилась, а картины показались яркими и реалистичными. До новых встреч, друзья!